Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Сегодня 30 сентября, как и обещали, МММ Мигрос у нас открылся на улице Ататюрка. Сейчас посмотрим. Какого Барбаросса? Ой, господи, да. Сейчас посмотрим, что там есть, если нам разрешат поснимать. Получается, вот Конак, Конак, как правильно. И вот здесь вот его открыли. Магазин. Двухэтажный. Ну, попробуем. Сейчас, если что, будем. О, какая красота здесь-то. Все в шариках. Шарики взрываются. Ну, все, небольшой ветерок, поэтому, наверное. Так, ну что, теперь будем пробовать прорываться туда, посмотрим, что там. Ну, друзья, такой вот он магазин сам по себе большой. Получается, сейчас, пока нас не отключили. Не видно, Надя, смотрите, все в индивидуальной упаковке. Вот это вот капуста, брокколи, все в индивидуальной упаковке. Все упаковано, чтобы руками люди не трогали. Кто знает, что это такое? Уже какой раз хочу спросить, попробовать. Вот рыба здесь есть. Столько вот всяких вот сладостей, орешков, там вот тортики. Тортики, наверное, вкусные. Что там? Кстати, здесь продаются булочки с этим, как его, со шпинатом, очень вкусные. Попробуйте. Смотрите, какой огромный ассортимент кофе. Прям готовый. Ну и вот опять же готовые блюда здесь есть. Здесь такой вот островочек. Мне кажется, это наш любимый Мигрос станет. А, мы купили уже, да? Что? Овсяную кашу с каймани. Купили. Мне очень понравилась именно турецкая овсяная каша. Цены, друзья, не буду я вам снимать. Если что-то там увидите, то увидите, потому что, боюсь, я нас выгонят. Вот тоже видите, как там снимают из-под тишка. Рассказывают. Огромный отдел охлажденки. Мне очень нравится вот сливочное масло в таких вот маленьких упаковочках. То есть удобно очень с собой брать. Надо еще сейчас на второй, но здесь продукт. Пойдем сразу на второй сходим, пока нам не запретили. Друзья, вот поднялись мы на второй этаж. Я уже сразу знаю, что мне надо. Смотрите, для всех худеющих очень удобные наборы с собой сразу порционно сделал. Или детям в школу. 29 лир. Сколько мыла и козьи, из козьего молока. Вот так вот здесь. О, господи. По ценам. Чуть-чуть. Нет, ну хороший магазин сделали, мне нравится. Все есть. О, для туалета. Ага, здесь вот уже телевизоры тоже там. А кстати, пойдем что-нибудь посмотрим. Здесь все для бытовой. А вот не они, Оль. Телевизоры. Духовочка. 279 лир. А мы у нас покупали за 8 тысяч. Ну она не такая, может. Стиральные машины. 2400. Вот. Тут уже 20 тысяч. 2900. Здесь собачьи корма тоже есть. Там очереди, наверное, на кассе большие, да? То можно было бы червонки купить еще. Ну не, потом вот холодильники. 3700, 3500. Алпус. Мягкие игрушки.
покрывало, одеяло, пледики разные, маленькие. Денис, уже пора. Да. А чё, зима не за горами. О, какие симпатичные. Симпатичные штучки для мыла. И вот эти тоже прикольные. Дочки вообще бы нас такую купить потом, когда придем. Когда поменьше народу будет. Да, сейчас на открытие вот тоже тут и очки плавательные. Ласты. Маски. Подушечки. Там тоже для животных. Белые тапочки. Ну, они не совсем белые. Посуда, все, кружки. Мы увидели кружки. Бутылочки, кружки, это вот прям... Вот начинается. Ой, стаканчики, смотри, какие стаканчики. Надо стаканчики сделать. Ну, потом. Ой, смотри, какая. Хотя сегодня, может быть, что-нибудь, какие-нибудь карточки дают. Скидочные могут? Наверное. В честь открытия. Что берем? Ну, кружку бери. Я пока еще так покажу здесь. Вот уже кружечки. Чемоданы. Дроксы всякие разные. Вот тоже лампочки здесь. Бытовая такая вот техника. Кофеварочки. О, теннисные ракетки с шариками. Берем? Оп, нас заметили, но молчат пока. Что там, нас догоняют, нет? Детская, подгузники, памперсы. Надо ребятам сказать, может питание. Быть, у них здесь питание такое не найдется. Косметика. Витамины. Он здесь что-то пока скидок нет. Вон индирим 40%. Так, ну вот здесь что у нас интересного? Сосиски вкусные за 5,95. Есть тут они, да? Да, вот они. Какие? Вот, вот. Очень вкусно. Вот такое. Мороженого много. А, ой, там спиртные напитки, надо сходить посмотреть. Вот спиртное. Мартини. Водка. Шампанское есть. Вина, вина, вина. Вина. Ну что там, Оль? Кефир взяла. Молодец. Пиво 14-12 лир, 11 эфес, эфес 12, ну, как-то так. Еще раз за съемку просим прощения, потому что... Всем хорошего дня, берегите себя. Дерушу рус, друзья.